Почти 1000 спортсменов из 43 регионов, таков был состав участников всероссийского турнира «Кубок Содружества» по тайскому боксу или муай-тай. Соревнования проходили в Нижегородской области, и наш регион был представлен на турнире 6 спортсменами, 5 юношами и 1 девушкой. Все ребята проявили себя очень достойно. К сожалению, не всем удалось пройти в следующий круг. Но пару ребят прошли 1/8 и очень уверенно ее прошли. Но, к сожалению, в 1/4 с небольшим преимуществом уступили своим соперникам. А вот единственная представительница прекрасной половины человечества на турнире выступила очень успешно. Эвелина Машарипова провела на нижегородском ринге 3 поединка и во всех одержала победы. В итоге у юной ульяновской спортсменки первое место на крупных всероссийских соревнованиях. Я каждую соперницу ценю. Если человек приехал туда, это значит, он ценит наш спорт и любит его. И для меня каждая соперница, она по-своему и сложная, но каждый сложный путь можно преодолеть. В ближайших планах ульяновских спортсменов участие в турнире окружного уровня, который пройдет в феврале. На весну уже запланировано первенство России по тайскому боксу. В России этот вид спорта начали развивать в конце прошлого столетия.